Однажды, уезжая в отпуск, у меня отключили свет, и в холодильнике все протухло. И для того, чтобы избавиться от неприятного запаха, я использовал такое средство. Брал картошку, разрезал ее напополам, положил на тарелочку и все это дело убирал в холодильник. Сутки и даже запах протухших креветок, которые, по заверениям бывалых, пахнут как тайский дурян, самоликвидировался. От дурного аромата в холодильнике также избавит лимон и черный ржаной хлеб. Лимоном можно сбрызнуть тряпочку и ею протереть полки, а хлеб разрезать на кусочки. Подойдет и активированный уголь. Измельчите его, насыпьте в блюдечко и оставьте на сутки в холодильнике. Хороши естественные поглотители против запахов: яблоко, рисовые зерна, ароматные специи, соль и сахар. Домовитый холостяк Никита живет один и знает много хозяйских хитростей. Когда чистишь рыбу, разделываешь ее, у нас остается неприятный запах на деревянной доске. И его практически невозможно отмыть. И для того, чтобы мы от него избавились, можно взять лимон. Дальше берем вот эту маленькую часть и протираем полностью всю деревяшку, где мы разделали рыбу. Лимон впитывает запах рыбы, и практически ничего не остается. Быстро избавиться от неприятных запахов поможет кофе. Поджарьте горсть зерен на сковородке или просто заварите его в турке, и дом наполнится терпким ароматом. Только смололи кофе, а уже запах пошел. Еще из отпуска я привез специально такие ароматизаторы. Это такие пирамидки с приятным запахом, ароматом, которые я беру, раскладываю у себя в шкафчиках. И всякий раз, когда я открываю, оттуда доносится приятный аромат. Шкаф с вещами тоже нуждается в естественных ароматизаторах. Чтобы избавиться от запаха заряжавшейся одежды, положите кусочек приятно пахнущего мыла или сухие лимонные корки. Хотя бы раз в месяц доставайте из комода вещи и проветривайте его. Чтобы убрать дома запах табака, разложите на ночь мокрые полотенца. Хорошо впитывает сигаретный дым огонь от свечей, обычных или парфюмированных. Но помните, мало напитать квартиру приятными запахами. Для начала следует прибраться и проветрить помещение. И всегда поддерживать его в чистоте, иначе в ароматизаторах не будет никакого толка.